пещере тайной, в день гонения, читал я сладостный Коран. Внезапно ангел утешения, взлетев, принес мне талисман. Его таинственная сила слова святые начертила. Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечернею молитвой. Нет, не покинул я тебя. Кого же в сень успокоения я ввел главу его любя и скрыл от зоркого гонения? Мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот и мой Коран дрожащей твари проповедуй. Земля недвижна, небо своды, Творец поддержаны тобой, да не падут на суши воды и не подавят нас с собой. Зажег ты солнце во вселенной, да светит небу и земле, как лен елеем напоенный в лампадном светит хрустале. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром в знойный день, на небо посылает тучи, дает земле древесную тень. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран. Да притечем и мы ко свету, и да падет сочей туман. Недаром вы приснились мне в бою с обритыми головами, с окровавленными мечами во рвах, на башне, на стене. Вы победили. Слава вам! А малодушным посмеяние, они на бранное призвание не шли, не веря дивным снам. Блаженны падшие сражения, теперь они вошли в Эдем и потонули в наслаждение, не отравляемым ничем. С небесной книги список дан. Тебе, пророк не для строптивых, спокойно возвещай Коран, не понуждая нечестивых. По что кичится человек? За то, что наг на свет явился, что дышит он недолгий век, что слаб умрет, как слаб родился, за то, что Бог и умертвит, и воскресит его по воле, что с неба дни его хранит и в радостях, и в горькой доле, за то, что дал ему плоды, и хлеб, и финик, и оливу, благословив его труды, и вертоград, и холм, и ниву. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет. И все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом.